Летний вайб, танцевальный грув и свежий звук. Потанцевать босиком под зажигательной мелодией можно в центре города. Поможет опен-эйр в усадьбе семьи Ульяновых. Талантливый исполнитель Вади открыл молодежное направление проекта «Летние сезоны в усадьбе». Мы выступали с бэндом, это все наши ребята, ульяновские музыканты, и мы хотели показать, что и в нашем городе можно делать достойно. Мои песни все автобиографичные, я пишу о своей жизни, и в песнях я показываю все свои чувства. Музыкант умело сочетает в своих треках разные жанры, искренние тексты и танцевальные ритмы. А композиция про маму не оставила равнодушными зрителей. Экспериментальная опен-эйр-площадка для креативной молодежи будет работать по средам. Для меломанов выступят ульяновские молодые исполнители и авторы. А также в программе проекта группы из других городов, лучшие концертные программы, коллективы филармонии, танцы и экскурсии. Анна Тищенко, Улправда ТВ.